Cosa vuoi dire ai giovani? Не знаю. Думаю, что мне бы хотелось сказать им только то, что чтобы они умели больше находиться в одиночестве. Любили бы быть наедине с самим собой почаще. Мне кажется, что беда нынешней молодежи заключается в том, что она старается как-то объединиться на основе каких-то очень шумных действий, порой даже агрессивных. Это желание объединиться для того, чтобы не чувствовать себя одиноким, это очень неприятный и такой симптом, с моей точки зрения. Мне кажется, человек должен учиться с детства находиться одному. То есть это не значит, что быть одиноким, это значит, что уметь не скучать самим собой, потому что человек, который скучает от одиночества, мне представляется человеком, находящимся в опасности с нравственной точки зрения. Белло, vieni, vieni. Che bello, mamma mia. Favoloso, eh? Bestiace. Красивый очень звук лошади, который приезжает мимо.